компания «Линкольн» в честь 80-летнего юбилея своего бренда, который будет отмечаться в будущем году, собирается выпустить эксклюзивную версию флагманского седана «Линкольн Континентал» в специальном исполнении. Машина построена на увеличенной на 152 мм базе, что позволило увеличить внутреннее пространство салона седана. Но самое главное заключается в конструкции задних дверей. Они сделаны распашными и открываются почти на 90 градусов, что повысило удобство при посадке и выходе из машины задним пассажирам. Ходили слухи, что инженеры Линкольна хотели убрать среднюю стойку кузова. Однако, чтобы сохранить жесткость кузова, пришлось бы усилить днище седана. А это увеличило бы вес Линкольна как минимум на 200 кг. Поэтому от идеи убрать среднюю стойку кузова американцам пришлось отказаться. В салоне машины вместо трехместного дивана дизайнеры Линкольна установили два раздельных кресла с индивидуальными регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Ну а в центральном тоннеле разместили складные столики, держатели для планшетов и систему беспроводной зарядки смартфонов. В качестве силового агрегата на эксклюзивной версии Continental используется бензиновый битурбомотор объем 3 литра мощностью 405 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом. Всего будет выпущено 80 экземпляров юбилейной версии седана Lincoln Continental по цене более 80 тысяч долларов. Первые машины будут отправлены своим владельцам летом 2019 года.